Сейчас мы на улицу Акменю. Перед нами старые дома. Познаем эту улицу. Рядом железная дорога. И здесь рядом пожарная служба. Номер ее 112. В этом доме когда-то жила моя бабушка и дедушка. Дом старый. Общие такие длинные коридоры. Нет газа, горячей воды. Нет ванн. Познаем дом. Рядом железнодорожная станция. Рядом еще один дом. Эта улица называется Акмени. Дом находится на Акмени 22. Познаем дом. В этом доме моя бабушка жила. Там, где находятся чердачные помещения. Этому дому уже очень много лет, но в этом доме все равно еще живут люди. В этом доме сухие туалеты.